Москва, 21 мая, РИА Новости. Бизнесмен Михаил Прохоров подал в суд иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова. Иски он требует опровержения несоответствующей действительности информации и компенсацию морального вреда в размере 1 рубля, сказала она. Суть претензий в суде не пояснили. Согласно карточке дела, иск зарегистрирован в суде, однако решение о том, принимать ли его к рассмотрению, пока не принято.